Вот это да, ни хрена себе, а ну-ка крупным планом покажи. Хорош, вот это закрытие сезона. Друзья, всем привет. Сегодня мы решили закрыть сезон зимней ловли со льда на реке Северский Донец. У нас остался один заливчик здесь. Еще лед, он уже, конечно, такой лед сахарный. Сегодня я со своими друзьями. Будем мы пробовать ловить на безмотылке North Island. Окуня, плотвичку. Посмотрим, что у нас получится. Температура сегодня плюс 14. Я думаю, сегодня уже последняя у нас возможность последняя закрыть. Закрытие на льду. Попробуем, половим. Вот Саня уже на этом заливе ловил неоднократно. У него крупные окуня попадались, плотва большая. Мы здесь первый раз со льда ловим. Он нас пригласил на этот залив. Ладно, рыбу найти сначала. Ну, сейчас первым делом нам нужно найти рыбу. А потом уже будем пытаться ее поймать, менять наши безмотылки, подбирать. Что же все же лучше рыбе сегодня по вкусу. Сегодня первый день, очень резко потеплело, плюс 14. Вчера здесь рыба вообще не ловилась. Был у нас друг, здесь пробовал, ловил. Ни одной поклевки у него не было. Но мы рискнули, пошли. Потому что, как я уже вам говорил, это последний наш шанс закрыть зимний сезон со льда. Друзья, вот у меня набор мормышек North Island. Вот хочу Сане дать на пробу мормышек North Island без мотылок. Пускай попробует, на них тоже половит. Давай. Саня, держи, вот тебе без мотылочки. И вот попробуешь. Спасибо. На них. Рабочие полюбили. Проверишь, как они, если у тебя получится еще в этом году половить. А вот мы немного половили, пока поклевок у нас нет. Я пока здесь хожу, снимаю, пацаны ищут рыбу, пробивают весь залив. Но, видимо, здесь утром рыбаки были, никого нет. Все поуходили, значит, рыба не ловится. Но мы будем пробовать искать. Вот сейчас Андрюхе тоже без мотылочек таких. Держи, Андрюха, ты тоже попробуешь. О, спасибо. Попробуй на них половить без мотылки North Island. Спасибо, попробуешь. Попробуем потестировать. Я думаю, должно все работать. Должны сработать. Хорошие цвета. А вот и первая рыба у Сани клюнула. Первый окунечек отозвался. Вот хороший. Хороший? Да. Леска 0,8. О, хорош. Давай. Ой-ой-ой, хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа! Вот это да, ни хрена себе, а ну-ка крупным планом покажи. Хорош, вот это закрытие сезона. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хорош. Да-да. Жалко весов нет, можно было взвесить. Такая маленькая безмотылочка и такой хороший окунек. Продолжаем еще. Вот Саня уже открыл счет. 4 окуня поймал, один зачетный. Оп, есть, друзья. Кто-то у меня клюнул. Вот он. Такой вот окушочек. Вот такой красивый. Есть, Андрюха поймал. Нашли мы точку с окунем. Все уже с рыбой. Ну, не крупный, зато приятно. Да. Так, у Андрюхи окунечек. Саня там тоже не отстает, тоже окуней ловит. Слушай, хороший окунь. Хороший окунь. Опа! Опа! Нормально. В лунке уже, лянь какой красавчик. Красавец. О, малыш, ну тоже рыба. Работает без мотылочки. Вот такой небольшой, но тоже окушочек. Отпустим наших окуньков обратно. Пускай идут. Растут, не рестятся. Вот у Сани очередной окунечек. Медный цвет без мотылок сегодня работает.
Будем пробовать. Что-то Андрюха тянет. Опа! Тоже окунек. Пора и мне ловить. Сейчас, погоди. Отставать не должен, буду ловить. Сейчас клюнет у меня. Вот у Андрюхи клюнул. Опа. Вот так. Не зря я подошел, видишь? Не зря, не зря. Сразу рыбку поймал. Покажи, хороший окунек. Зачетный. Сработала мормышка North Island. Такая вот уралочка медная. Небольшой, но все же улов. Давай, давай. Как сегодня одного уже поймал на камеру. По крайней мере, данит хорошо. О. А ну покажи на камеру. Хороший. Давит, да? Давит, хорошо давит. Не крупный, но давит хорошо. Поучимся у профессионала ловить рыбу. Мы любительские профессионалы. Таких не бывает. Завел ты окушка, да? Сработало. Да, мормышечки все-таки рабочие. Рыбу ловят. Да, буду пробовать. Вот Андрюхе презентовал утром, поставил он, и рыба ловится. Друзья, в общем, сегодня отличный день. Думали мы, что ничего не поймаем, но долго мы искали рыбу, и все-таки мы ее нашли. Отличное закрытие зимнего сезона со льда у нас на Донце получилось. Вот такие хорошие окуня клевали. Вот один такой очень хороший мордачик такой, Саня поймал его на безмотылочку North Island. И много еще таких поменьше окушков. Было много поклевок, и был один обрыв. Был очень крупный окунь у Сани, поклевка была, и оборвал он мормышку одну. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра.